Эта скорость сразу убавляется. Ужас, вот это меня подбил. О, это уже вот в такой одежде неплохой генерал. Видите, он с каната бьет. Дерутся они, в принципе, нормально вот. Ну, я играю на легком на нормальном уровне сложности. Оба-на. Кока. Забираем Кока. И поэтому дерутся они еще более-менее нормально, но... Если играть на легком, то вообще будет очень легко. Что тут можно делать в игре? Я все никак не могу рассказать, все как-то радуюсь, но... В игре можно захватывать суда. Это раз. Потом находить сокровища, вот так высаживаться на берег. И потом можно грабить города, прям воевать с городами. Подплывайте вот так вот сюда. И там будет, если у вас плохие отношения, написано, вам в этот город нельзя, захватить или нет. И нажимаете захватить, и тогда можно будет повоевать. И если вы отвоевываете город, все, что там в нем есть, ресурсы... Вы все забираете себе. Так. Вот такие вот дела. Потом, что еще можно? Если говорить там с мэром или еще с какими-нибудь типами, то... А, надо его сопроводить. Но если говорить с мэром и с остальными губернаторами, то они вам дают звания. Там звания позволяют вам танцевать с ихними дочерями на балу, если вы хорошо станцуете. Да, тут есть танцы, ну, прикольная игра. Его жена скажет вам, например, где находится ваша сестра, клочок карты, где ее там спрятали, или какой пират обладает информацией, и где он находится, что немаловажно. И она как бы становится вашей возлюбленной. Их, кстати, может быть очень много, смотря как вы умеете танцевать. Но, как ни странно, танцевать, хочу вам сказать, получается очень трудно. Кажется, да, там простые танцы, это фигня, но там надо нажимать именно точь-точь в ритм кнопку с музыкой. Если вы ошибаетесь хотя бы на чуть-чуть, все, танец прерывается, и, ну, короче, это очень плохо потом. Так, пиратский брик. Ну, думаю, не надо объяснять вам, почему плохо, потому что если вы плохо станцуете, губернаторская дочка поймет, что вы ее недостойны, и уже не даст вам право быть возлюбленной. Ну, как сказать вам. Если... так. Если вы плохо станцевали, можно будет через время станцевать еще раз с ней, и, ну, вы, может быть, станцуете лучше. И потом уже она вам скажет, все, я ваша возлюбленная. Вот в чем дело. Так, ну у нас сейчас дела идут с вами вообще отлично. Как вы видите, мы грабим. Так. Так, так, так. А куда мне надо довести вот этого губернатора, дурынду? Я не знаю, я плыву тут просто из-за того, что... Вот военный какой-то брик. Не знаю, на него можно напасть. В Тартугу. А, во, в Тартугу. Ну вот он, ну сейчас мы его довезем в Тартугу. Все, французский транспорт доставлен. И сразу же давайте казначейский военный курьер. Мы его сейчас завалим. Ну да. Так, что еще хотелось бы сказать о прелестях данной игры? Ну, к примеру, можно сказать то, что игра не заставляет наскучивать. Даже если вот она какая-то так, в принципе, однообразная, вот этими боями всем подряд, но ты не скучаешь с игрой, и вот если... Вот, ну, этим кораблем, конечно, это очень трудно будет. Вот если тебе вот надоело вот так вот на абордаж людей брать, тебе хочется просто топить корабли, покупаешь, короче, галеон,
ну как в Корсарах. Очень такой сильный корабль. А, не-не-не, извиняюсь, тут покупать корабли нельзя. Тут можно только их отвоевывать. Вот в чем проблема. Ну ладно, отвоевали вот такой вот себе корабль, починили, поставили на него много пушек. И начинаете гаситься. И вот, когда гаситесь, просто вот так вот стреляете, 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 и корабль в щепки распадается. И потом вам ни груза, ничего не дадут, но как бы дадут очки за то, что вы потопили вражеское судно. Блин, вот когда вот так вот вы начинаете проигрывать, есть разумный вариант уходить в защиту. Защита вот на восьмерке, пятерке и двойке. Так что еще ее, кстати, надо под удар, под определенных поймать. Но не все так просто. Готово. Так, оба на денег сколько? Забрать все и судно оставить. Вы, наверное, еще скажете, кто не играл в эту игру, гляньте, сколько сну у меня это кораблей. Можно сколько хочешь собирать? Нет. Собирать можно, по-моему, до 8 или до 7 кораблей. Я точно не помню. Врать не буду. И не больше. Вот в чем проблема. Так что, насчет этого, да. Небольшая загвоздка есть. Так. Купим еды. Что-то у меня денег мало. Посетить таверну. Давайте, ребятки. А, я шим еще плачу. Я весь внимание. Так, ваших родных я готов. Так. Я отмечу в журнале, вот где он прячется. Так, ну это за родных. Потом так говорят, корабль перевозит. Что тут, что она говорит? Короче, что-то там перевозит какой-то корабль. С губернатором не хочу, хорошо сказать. Блин, ладно. Тартуга прибыл, так, понятно. А, вот, новое звание. Капитана, поздравляю. Вот. Ну вот, смотрите, я принимаю приглашение ее на бал. И давайте попробуем потанцевать. Это что-то уже будет новенькое для вас. Так. Вот тут трудно. Тут на намлуке все кнопки задействованы. Главное нажимать вовремя. Это самое главное. И не прозевать. Но это медленный танец, он какой-то. Вот тут сейчас ритм побыстрее пойдет и будет уже намного труднее. Так, видите сердечко, когда она будет очень сильно биться, значит, ну, она уже, так сказать, нас полюбила, ей понравился танец. Ой, вот видите, запнулся, все. Вот это, блин, фигня вот такая вот тоже бывает. И оно еще неудобно, попробуйте проследить за всей этой фигней. Но сердечко пока сейчас более-менее так нормально бьется. Это еще нормально. Так, так. Но этот танец еще такой медленный, поэтому более-менее так можно еще сориентироваться. А вот когда уже будет танец, как вам сказать, вот в разных этих, ой, как он, ну разные традиции, знаете, у разных национальностей. Вот там, вот я не помню, у англичан, по-моему, сердце большое, классно. Ну, ей понравилось, видите. Все. А, капитан Герн, как вы обворожительный. Так, у меня есть информация, которую может заинтересовать. Все, она что-то рассказала. Король назначил награду в 2000 золотых за голову некоторого, так, который обвиняется в растратах, мошенничестве, понятно. Отмечу в судовом журнале. Вот. Все, вот видите. Так, вот этот тип, где он находится? Вот тут, тут. Тут можно как раз плавать туда и надавать ему по самые щи за то, что он плохо себя ведет. Вот еще какой-то пиратский корабль, можно сейчас его тоже наказать. Если он сейчас не успеет заплыть. Не, он не успел заплыть. В принципе, игрушка прикольная. Вообще, в основном, во всем.
Ну, не знаю, кому как нравится, может, вам не понравится игра. Ну, мне она нравится, так как игра... Во, мы опять на какого-то пирата напали. А, ну это, на 9-го пирата самого такого. Крутого. Да иди ты уже, задолбал. Сейчас у нас еще пока нет проблем с командой. Вот это очень хорошо. Знаете почему? Потому что в дальнейшем проблемы будут. И очень большие. Например, им будет не хватать провизии. И они будут недовольны чем-то. И надо будет делить добычу, чтобы это все прошло. И команда будет уходить постепенно. Или если вы долго плаваете в море, команда тоже будет вами недовольна. Так, забираем команду. Золото. Оставляем это все. Понятно. Еще одного пирата мы с вами уничтожим. Так. Куда нам плыть? Туда куда-то. Хорошо, поплывем. Ничего страшного в этом нету. Вот якорный утес. Якорный, так. Видите, оно не мигает. Там пиратское сокровище или зарыт клад. Значит, тут пока ничего нету. Еще, что сказать. Если вы... В чем прелестна эта игра еще? Если вы знаете, где зарыть сокровища, зарыто сокровище, вот без карты, вы играли и запомнили, вы можете свободно пойти и выкопать их без карты. И это не, ну, короче, игра это не запрещает. Все как бы предусмотрено. Вот в чем тоже очень. Мне это очень нравится. Давайте на абордаж, что ли, или нет. Вот, блин, не люблю, когда стреляют. Лучше пусть сразу на абордаж едет. У него 109 человек в команде, а он на абордаж боится взять меня. Так, о, опять какой-то пират. Это я не знаю какой. Вот, видите, потихоньку так уничтожаем. Но это еще сейчас везет, потому что быстро, как бы, пираты вот так вот на глаза попадаются. Обычно про них надо искать информацию, где они прячутся и так далее, и потом уже убивать их. Ну, тут в игре нет убийств, как вы видите, вы вообще никого не убиваете. Игрушка такая добрая, вот, как вы видите, он... Не, ну, вообще, если так подумать, вот кто выживет после такого удара, да, вот он, все, он умер. Ну, как бы... Так... Так, забираем это все. О, у него уже денег дофига. Вот, видите, деньги у нас уже идут. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Нет, мы не будем тут высаживать. Ай, черт, нажал, да. Так, вернуться на корабль. Ну вот, как видели, можно высаживаться свободно. Так. Да? Где он тут скрывается? В городе Эль-Ютере. Вон, ну сейчас мы туда приедем. Вон, вон этот город. Сейчас мы туда приедем и надаем ему по щам, чтобы ему мало не казалось. На французов наезжать. Он скрывается там. Так, давайте. Ну давай, попутный ветер. Вот когда ветра нет, вот так вот плавать, это просто ужас. 209 человек, еще как-то матросы не жалуются ни на что. Это хорошо. Так. Сходить в корабел. Оба-на, какие тут он может установить. Но смысла нет устанавливать на любое судно это, так как... Реально смысла нет. Ну так. Сходить к торговцу. У него тут ничего нет. Вот это можно продать ему. Еду покупать мы не будем, у нас хватает. Посетить таверну. Вот, матросы мы забираем. О своем недавнем визите в город. Так, в другой раз. Не надо, я пока на города не подаю. Так, один из самых опасных пиратов. Ясен пень. Вот. Да, я прибыл сюда за ним. Вот. Вот он убегает. Стой, паскуда. Ну, начинайте с ним драться, короче. Еще можно драться с нахалами, с бунтарями и с другими людьми. Вот неплохие такие спецэффектики, такие небольшие. Ну, так, ну прикольно, короче, это все. Вот эта дама, которая стоит, она его, по-моему, бутылкой по голове сейчас ударит, насколько я помню.
Да, вот. На! Все. Вы настоящий мастер фехтования, сэр. Я отдам вас в руки правосудия. Так, вы честно заслужили свою награду, 1000 баксов. Но, может быть, вы согласны принять от меня в дар эту ценную лечебную траву и забыть об наших против меня? Нет, вы предстаньте перед судом. Так. Ну, что тут так? Посетить таверну. Ну, это мы тут уже все сделали. Поговорить с губернатором. Вот, он меня наградил. Дочка пришла. Видите, вот дочка не танцует со мной, потому что еще звание маленькое. Надо побольше звания. Так. А, все, я от него отстал. Так, английский рейдер. Можно на него напасть, но что-то мне там не хочется. Где этот скрывается, урод? Ай. Так, ладно. Можно пробовать напасть на город. На город.